22 февраля в спортивном клубе «Доступный спорт» прошел турнир по боксу, посвященный 4-й годовщине создания клуба и Дню защитника Отечества. В рамках проекта «Детский спорт» активисты Одинцовского местного отделения партии «Единая Россия» поддержали турнир. Такие соревнования прекрасно готовят мальчиков к службе в армии и закаляют характер, отметил депутат Одинцовского совета депутатов Вячеслав Киреев.